Глава муниципалитета Андрей Иванов и начальник УМВД России по Одинцовскому городскому округу Алексей Школкин открыли опорный пункт полиции в Звенигородском микрорайоне «Восточный». Он расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома. Здесь будут постоянно работать двое участковых. Также будет заведена система «Безопасный регион». Генеральный директор ТРК Одинцова Евгений Федоров представил главе муниципалитета многоквартирный домофон со встроенной камерой для подъездного видеонаблюдения. Он позволяет интегрировать цифровую систему домофонии в имеющуюся домофонную сеть, добавляет функцию видеонаблюдения и возможности вызова жильца через мобильное приложение. В этом году систему планируют внедрить на территории Звенигорода и других населенных пунктов.